Что-то я сегодня какой-то небритый, но ничего. Итак, это видео специально для тех, кто торгует на один контракт. Потому что вы, наверное, один-два контракта торгуете и не знаете, что такое объемный заход. Да? Ну, вот, понятно, что сейчас мы на 1000 контрактов не будем заходить, но попробуем зайти на ну, хотя бы 200, да? 200 контрактов. Итак, как это примерно выглядит в стакане, когда ты заоткрываешь, допустим, 200 контрактов всего лишь? Вот у нас стакан. Вот у нас стакан, да? Вот мы видим, проставлено сейчас, видите, фокусировка идет. 200 контрактов здесь стоит. Это обычный стакан фьючерса. Сейчас фокусировочка идет. Видите, камера такая дешевая у нас. Мы люди небогатые. Итак, как будет выглядеть, если я поставлю сейчас все 200 контрактов? Вот так примерно. Видите, как от меня, скажем, все отскочили сразу. Видите, передо мной выстрелилась какая зараза, а? Все, съели меня? Да, давайте посмотрим. Нет, снялась заявочка. А что это она у меня снялась? Кто-то меня снял. Так, надо еще 105 контрактов купить. Так, давайте еще пойдем и купим еще немножко контрактов. Так, давайте вот сюда поставим. Вот так, еще соточку. Вот, раз, 105 контрактов. Что-то снимается. Так, непонятно, надо проверить. Что-то может робот чушь мерит. Ну вот видите, мы зашли сейчас. И уже имеем на 105 контрактов 95 денег. Сейчас вариационка у нас какая? Так, ну вот видите, 119 тысяч. Так, надо разобраться, не знаю, у меня может робот что-то там. Давайте еще раз попробуем поставить. Там, видите, снимается. Так. Вот ставлю, я ничего сейчас не жму. Снимать заявка. Скорее сюда, что-то там. Ну ладно. Ну вот вы видели хотя бы как сотка стоит. Давайте 95 контрактов мы продадим, немножко денег заработаем. Так, еще раз. Раз, два. Сейчас фокусировка будет. Ну, так продаж идет. Оп. И все. Видите, даже стакан не заметили, как у нас позиция полностью закрылась. Вот позиция zero стоит. Все, мы заработали. Вот сейчас было 119. Сейчас чуть-чуть добавили денег. 121 900. Ну, вот такой сегодня результат. Собственно говоря, это был такой маленький разговор о трейдинге и для всех мерзких негодяев, которые не верят в наше счастливое детство. С вами был Дмитрий Черемушкин. Счастливо!